Часто в моей жизни происходит так, что мои цели и идеи не воспринимают всерьез. Велосипед уже изобретен, а у тебя пока мало опыта, знаний, умений. Да и вообще, зачем оно тебе нужно? У тебя ничего не получится. Брось это дело. Кому ты вообще нужна? Ты же девочка, это точно не для тебя. Ты вообще себя видела? Иди займись чем-нибудь полезным. Это никому не интересно, ты это понимаешь? Сколько уже можно пробовать опять и опять в это идти? И вот ты вновь утопаешь в этих мнениях, осуждениях, отказах, и руки просто опускаются. А может, хватит? Вообще-то мы способны на многое. Открыть свой бизнес, привлечь инвестиции и паковать чемоданы в Кремниевую долину. Создавать контент на миллионы просмотров и развивать свои медиа. Снимать клипы, писать музыку и выступать для сотен фанатов. И главное – собрать комьюнити таких же ярких и творческих единомышленников, которые готовы менять мир. Меня зовут Наташа, и я всегда фреш. И это мой новый проект – Фрешмены. Теперь на своем канале я буду рассказывать истории классных ребят, которые, вопреки стереотипам про возраст, опыт, создают свои проекты, зарабатывают деньги и меняют мир. И да, фрешмены — это не только про музыкальную индустрию, а про молодых и перспективных ребят, которые создают что-то новое, занимаются творчеством, блогингом, бизнесом и вдохновляют своим примером других. Смотри и твори вместе с нами, быть может, именно ты станешь героем следующего выпуска. А еще присоединяйся к нам в социальных сетях и поддержи наш проект на Boosty. Там эксклюзивные материалы, инсайты от наших героев и самое главное – фреш комьюнити. Ну что, погнали? Нет, не привет. Ладно, давай.